Продолжается мужской понедельник на 101.0, начало первого на часах, и ведущие по-прежнему Николай Голиков и Владимир Сметанин. Давайте сразу приветствовать участников 8-го Московского урбанистического форума. Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета. Добрый день. Добрый день. Наш главный редактор наконец-то вернулась из Москвы. Да, я уже сегодня так поиронизировал. Он говорит, 12 часов главный Зайкова. Редактор. Я говорю, хочу быть у вас главным редактором. Приходите. Вот, приходить, это не значит работать с 12 до скольки. Добрый день. Обычно ты, Светлана, возвращаешься с Московского урбанистического форума по таким глубоким впечатлениям. Все так в этом году, да? Даже больше, я бы сказала. Мне кажется, что за два года, я была два года назад на урбанистическом форуме, такой огромный действительно в России рывок вперед по реализации каких-то новых программ, по тому, как усваиваются мировые тенденции, переносятся на российскую землю. Я была поражена не только тому, что я услышала на урбанистическом форуме, но мне еще так повезло, что я походила по Москве, по тем районам жилым, причем не центральным районам, а новым, отнесенным там, от центра Москвы, черт знает за сколько там десятков километров. Это вас водили или это непреднамеренная прогулка была? Это я сама, и просто там куча народа, конечно, с которыми я знакома, которые мне говорили, что вот туда и сюда можно поехать и посмотреть. Я воочию там убедилась в том, что то, что реализуют московские власти по благоустройству, не просто работает, а на каком уровне это работает. Масштабы строек, масштабы благоустройства, парковая культура как развивается, это просто потрясающе. Вот за два года просто такие колоссальные изменения, что нам, сидя здесь в Кирове, даже представить себе невозможно, в каких условиях теперь новые москвичи или там москвичи в новых районах живут, правда. Я даже взгрустнула слегка, написала об этом сити-менеджеру нашему Илье Шульгину, послала видео, которое я сняла, и он сказал, что я в курсе, я знаю, как это выглядит, и в эту сторону мы думаем и пытаемся работать, но дело-то в том, что восприятие того, что нужно делать в стране сейчас, как соответствовать новым требованиям до людей на местах, а это в первую очередь касается девелоперов, застройщиков, доходит не сразу. Вот как это будет реализовано, мы посмотрим. В течение сегодняшней программы еще об этом поговорим. Ну, я предлагаю тогда в Москве уже, в конце концов, в нагрузку дать благоустройство Кирова. Кирова, да. Там городов, взять шефство над городов нашим городом. В радиусе тысячи километров. Мы как раз попадем туда. Я как раз хочу сказать, у нас еще опрос есть такой на сайте, как раз насчет использования опыта Москвы и других крупных городов, да, в благоустройстве города Кирова. Такой вопрос поставили, можно ли его использовать, да? И четыре варианта ответа предложили, можно и нужно, хотя бы на этапе идей. Ну, то есть, чтобы хотя бы был какой-то вектор задан, да? Второй вариант, надо сначала изучить, во что обошлось преобразование. Тоже, кстати, вот я... Об этом тоже поговорим. Не надо, все равно, как в Москве, не получится. Ну, тоже позиция. И последний вариант ответа, свой вариант в комментариях можно оставить. Володь, я не знаю, воспользовались ли им. Пока нет, не воспользовались. Угу. По 44% набирают варианты ответа «можно и нужно», хотя бы на этапе идей, и надо сначала изучить, во что это обошлось. Во что обошлись эти преобразования, вот в сумме эти варианты набирают 90%. Ну, вот если позволить... Ну, в принципе, я бы поставил галочку свою либо у первого, либо у второго. Да. Коллеги, я просто хочу сказать... Вот анонсировать наши эфиры на этой неделе. Дело в том, что завтра в 12 часов к нам придет губернатор Кировской области Игорь Васильев. И мы ему тоже будем задавать вопросы по поводу тех векторов, которые были обозначены на Московском урбанистическом форуме первыми лицами государства, в том числе Владимиром Владимировичем Путиным. То есть как это будет восприниматься, потому что даже было объявлено, что будет и рейтинг, и конкурсы регионов, и глав регионов по этим проектам составляться. Будем задавать эти вопросы. Просто почему мы сегодня открываем эту тему? Потому что на этой неделе активно будем обсуждать. А в четверг к нам придет глава города Кирова, сити-менеджер Илья Шульгин. И два часа мы будем в Урбане, вот не в среду, а в четверг, тоже это обсуждать. Все, начиная от ливневки до дворов. И применимы ли у нас технологии и тренды, которые уже реализуются в крупных городах, Москве, Татарстане, в Казани в первую очередь. Москва и Казань вообще. Сейчас даже не говорят о Петербурге, о Сочи. Говорят Москва-Казань. Москва-Казань. Вот я не знаю, Леша, ты согласишься со мной? Два города, где реализуются урбанистические проекты, серьезные, направленные на то, чтобы люди в городе жили как на природе, как в благоприятных для себя условиях. Да? Ну, сказала на природе. Знаешь, у нас на природе это палатки, я расскажу комары, костры. Про природу.
сегодня расскажу, да. Если успею. Вот. Но вот, наверное, имеет смысл начать именно с деловой программы форума, потому что 17-18 числа была деловая программа форума. Там вот как раз выступали Путин, Собянин, глава ВТБ, министры и прочее. И они задавали вот эти векторы. Естественно, крупнейшие СМИ федеральные их распространили. И я, честно говоря, сразу постила тоже и отсылала. Отсылала нашим руководителям. Да. Вот. И я на деловой программе была совсем немного и пропустила все пленарные там выступления, а Алексей там был. Тогда Алексей, слово. Алексей Костин, директор, да, Института гуманитарных и социальных наук нашего опорного университета, напоминаю. Итак, деловая программа. Угу, спасибо. Ваша миссия была, вы как ездили как представитель вуза? Ну, конечно, да. Я поехал как представитель опорного университета, угу. И меня интересовала тема, в том числе, и роль университета в благоустройстве городов. И я поехал в том числе и как член рабочей группы по подготовке урбанистического форума города Кирова. Мне интересно было посмотреть. Я, в отличие от Светланы, раньше никогда не был на московском урбанистическом форуме. Хотя изучал этот опыт, смотрел... Вообще посмотрел всю динамику предыдущих форумов, кто организатор, кто приезжал из спикеров, какие были результаты. Теперь я посмотрел глазами, ну, скажем так, человека более-менее уже находящегося в этой теме, заинтересованного и, конечно, стремящегося к тому, чтобы урбанистика и как может направление подготовки в нашем университете все-таки развивалось, и как житель города Кирова, который хотел бы, чтобы наш город стал более комфортным, благоприятным для проживания. Сразу скажу, деловая программа меня поразила. Мне не с чем было сравнивать, но я понял, что для Москвы, может быть, лично для Сергея Собянина, мэра Москвы, не будем забывать, что все-таки у него этот год, это год... Выборный, да, совершенно верно. И вот если посмотреть динамику, те вопросы, те спикеры, которые были на предыдущих форумах, то очень четко прослеживается, скажем так, становление Московского урбанистического форума от площадки, где только на первых там двух форумах вырабатывалась стратегия преобразования города Москвы, потом решались тактические вопросы, дальше началась реализация. Вот этот форум очень четко, он был отчетным. Больше говорили не о том, что нужно делать в Москве, а говорили о том, что уже сделано в Москве, чего достигли. И многие иностранные спикеры, причем это ведь известные урбанисты, то есть это, по сути дела, лидеры такие, как Брюс Катс, там, Ричард Флорида, они подчеркивали, что Москва за последние 7 лет, и я думаю, что Собянину это было приятно, она действительно преобразилась, она вышла не просто на уровень как бы уже развитых мировых городов, а она стала неким таким стандартом, к которому можно стремиться. Вот. Теперь, как это можно проецировать на город Киров, наверное, это ваш другой вопрос. Как можно у нас тут без таких финансовых средств, ресурсов и возможностей все это делать? Извините, у меня про Москву другое. Там Москва традиционно входит в топ мировых городов по длине автомобильных пробок, но это так. А вот, знаете... К этому не надо, наверное, стремиться. А вот не соглашусь. Кстати, Киров тоже входит в сотню, да, по пробкам. Да, мировых городов. Вот даже мой опыт, сколько я раз был в Москве, и в свое время там приходилось достаточно часто бывать и подолгу в связи с обучением в аспирантуру, это еще с 99-го года. Вот знаете, Москва меняется, и автомобильные пробки все-таки становятся меньше. И вот та основная позиция, которая звучала, а именно отказ от личного автотранспорта, который мне, как любителю автомобиля, автомобилисту со стажем, трудно очень было воспринимать на самом начале, как это можно отказаться от личного автомобиля, от комфортного, где ты слушаешь там комфортную музыку, которая тебе нравится, с кондиционером, едешь туда, куда хочешь, в пользу общественного транспорта. Москва меняется. Вот действительно сейчас скорость передвижения по Москве на общественном транспорте, комфорт и удобство, они очень резко изменились. На 50% за последние 3 года выросло использование общественного транспорта москвичами. Да. Это звучали данные, да? Да. И по поводу озеленения городов. Так это даже спросить жителей Москвы, они то же самое скажут. Большинство из них машины пользуются только для поездок за город. За город, из Москвы. Или для того, чтобы из дальних районов доехать до метро и оставить машину на перехватывающей парковке. Бесплатно. Садиться в метро и дальше ехать. Да. И вот это удобное сочетание, когда ты там из метрополитена пересаживаешься, допустим, на трамвай или на автобус, ну, просто супер. Сейчас быстро добираться, не надо от метро, там минут по 20 идти пешком. И те дороги, те улицы, точнее, которые раньше были автомобильными дорогами, а теперь превращены в пешеходные зоны с озеленением. Широкие.
широкие. Угу. Это вот Светлана говорит об опыте, она смотрела то, что на окраинах Москвы. Для меня лично этот форум еще был общением с Максимом Копыловым, который работает в правительстве Москвы, который родом из нашей Вятской земли. Вот. И мы с ним много обсуждали то, что слышали. И вообще он мне просто показывал, да, это был центр Москвы, но это были не основные улочки. Это были, вот, если можно даже так сказать, закоулки в свое время. Я их помню прекрасно, какие они были там в начале 2000-х годов. Сейчас, ну, там по ним просто приятно идти. Это ленточные парки, это действительно пешеходные зоны, где можно заняться спортом, воркауты есть. Везде. Да, где фонтаны и озеленение, и поэтому просто глаз радуется. И вот говорили ведь еще и тема стресс от жизни в мегаполисе. Теперь этого стресса в Москве нет. Слово велодорожки у нас еще не прозвучало. Велодорожки совершенно верно. И где, знаете, вот так интересно гуляет, сидит вроде молодежь, и ее много. И она шумная, и она вот так вот, как, какое-то такое кировское восприятие. Много дикой молодежи, возможно, даже может быть и нетрезвой. И при этом прямо рядом с ними, совершенно ничего не опасаясь, идут мамочки с маленькими детьми в колясках. И ты понимаешь, что это вот комфортный город, и люди ценят и уважают друг друга. Москва стала другой. Ну, подробности после перерыва, наверное. И ближе к тому, как мы уже здесь можем, да, перенимать опыт таких мегаполисов. Перерыв небольшой. Продолжаем наше общение. Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета, и Светлана Занько, наш главный редактор. Мы будем сейчас подключать по телефону еще одну нашу коллегу, главного редактора портала «Свой Кировский». Тоже участницу этого Елену форума. Жолобову. Да. И все-таки я хочу спросить у вас еще, да, вот помните, у нас экс-депутат Гордумы Алексей Кузьмин недавно говорил о том, что возвращаешься в Киров и хочется плакать. Mm-hmm. Вот возвращаясь с московского урбанистического форума, от увиденного и от услышанного подобное ощущение или все-таки теплится надежда? Мы сейчас у Лены спросим. Теплится на то, что... У жителей Нововятска. Да. Елена с нами в эфире, главный редактор портала «Свой Кировский». Повторюсь, Елена, добрый день. Добрый. Обсуждаем итоги московского урбанистического форума глазами кировчан. Вот сейчас задал вопрос, упомянув экс-депутата Кировской гордумы Алексея Кузьмина. Он написал о том, что возвращаться в Киров невозможно со слезами, глядя на все... Из Москвы. Да, возвращаться в Киров. Вот такие же сейчас чувства, нет? По приезду из... Да я бы не сказала, что прямо со слезами. Скорее, наверное, с какими-то новыми идеями, которые можно в Кирове реализовать. Потому что те идеи, которые озвучивались на московском форуме, они на самом деле и в Москве-то не везде реализованы. Но сейчас мы имеем... И реализованы и недостаточно тоже хорошо и интересно. Сейчас есть возможность как раз-таки коротенько хотя бы рассказать, поделиться этими идеями. Что можно реализовать, на ваш взгляд? Ну, вот мне запомнились две секции. На одной секции выступал архитектор детских площадок. Вот, и как раз рассказывалось о том, какие мифы существуют в проектировании детских пространств. И как на самом деле нужно, в общем-то, создавать эти детские площадки. Мы, поскольку вот 2 года назад построили в Нововятске в парке ОПК площадку такого микрорайонного масштаба, вот если бы у меня эти знания и понимания были 2 года назад, я бы, наверное, эту площадку построила бы по-другому. Ну давайте конкретно, что не так? Что не так мы делаем, что можем делать в духе современных городов развитых? Какие да. мифы развеялись у вас, Лена? То, что детская площадка, это не является, в общем-то, ограниченным ярким оборудованием: песочница, горка, карусель, качелька. То есть пространство должно быть более интересным, более образным, оно не должно быть обязательно каким-то тематическим. Например, знаете, как бывают площадки ракеты или площадки корабли. Или детские сказки. То есть создавая такие площадки, мы тем самым ограничиваем фантазию ребенка. Вот, площадки не должны быть полностью безопасными для ребенка, то есть всегда должен существовать определенный риск. Допустимый, вот, да? Но мы сейчас не говорим о торчащем гвозде. Там. Елена, продолжайте, да, простите. Площадки должны иметь какой-то определенный риск. В частности, даже ГОСТы наши допускают элементы высотой до 3 метров. То есть ребенок может на такой площадке сломать руку, сломать ногу, но не разбить голову, условно говоря. Вот. Ну, много таких вот интересных моментов о том, что площадки должны трансформироваться периодически. То есть ребенок должен сам уметь как-то переставлять элементы, адаптировать под себя. Вот это тоже интересные вещи. Ну и много таких вот еще других моментов. Ну еще можно поделиться, да? И еще одна была секция, одна лекция была от ландшафтного дизайнера,
к сожалению, Игорь Никонов его зовут. Вот, он побывал некоторое время в Норвегии, то есть жил там в Норвегии, и вот как раз научился некому проектированию городских пространств с учетом зимы. То есть как раз была идея в том, что многие наши вот парки, скверы в российских городах проектируют с учетом их летнего использования. А зимой фактически это превращается в такие зоны, в которых неприятно бывать, в которых нечего делать. И, в общем, их можно просто консервировать и закрывать на клюшку. Да их просто снегом засыпают. В Норвегии, в Финляндии, вот, против других северных странах, где тоже снег лежит достаточно долго, да, много месяцев в году, научились проектировать вот парки, скверы таким образом, чтобы в них было комфортно зимой. То есть различные патио создавать там вокруг открытого окна, предусматривать места для складирования снега, предусматривать такие активности, в которых именно было интересно бы проводить время зимой. Ну, это касается тоже и самого города, там, допустим, отапливаемые остановки, неиспользование реагентов, как у нас вот песко-соляной смеси. Там единственное, что используется, это гранитная крошка. Ну, в общем, много вот таких идей, которые в Кирове, как в зимнем городе, можно и нужно использовать. Но главный-то вопрос, да, Елена, да, понятно, что впечатлений много-много узнали, увидели, но и все-таки есть уже понимание, сознание того, что это можно реализовывать и у нас, в нашем полумиллионном городе, что для этого нужно предпринимать. Как раз реализация уже, да. Как должно осуществляться взаимодействие между городской администрацией, бизнесом, активистами и так далее, вот. Или вот посмотрели и все, ну вот, да, хорошо, но нам до этого далеко. Нет, я думаю, что сейчас следующий этап — это создание неких рабочих проектных групп, в которых как раз должны входить специалисты, которые занимаются этими вопросами. То есть этих людей нужно приглашать в город для того, ну, там, не знаю, может быть, с какими-то мастер-классами или лекциями, для того, чтобы они вот эти идеи, с одной стороны, объяснили, с другой стороны, помогли реализовать. Вот. Привлекать застройщиков, наверное, которые заинтересованы в том, чтобы развивать город. Да, ну, то есть хотя бы в тех районах, которые они застраивают. Ну и, соответственно, как-то администрация города тоже к этому подключаться и, скажем так, быть третьей стороной в этих процессах. Лен, вот очень важно, наверное, отметить, мы с тобой вместе были на этих секциях и были на секции, где говорили о дизайн-коде города, о котором так много говорит Дмитрий Шиляев, уже сколько лет об этом говорит. Руководитель галереи, да, «Прогресс». Ну и надо сказать, что мы с Леной не просто там праздно сидели, слушали, чтобы вот, да, какие-то да, накачаться идеи потом в эфир или на интернет-портале выдавать. Мы, естественно, знакомились, мы брали контакты, мы приглашали в Киров, понимали, там, как можно взаимодействовать. Не забывайте, что в октябре нам предстоит свой маленький, первый, но все-таки уже урбанистический форум. И он, и его задача именно в первую очередь менять мышление. Mm-hmm. Самое тяжелое, на мой взгляд, это изменение мышления и от девелопера или там, от чиновника до рядового горожанина. Это самое тяжелое. Все ж таки. Да, все ж таки. Вот. И ты помнишь, ты тоже постил у себя в телеграм-канале «Девочка-отличница» и фотографии, и основные тезисы про дизайн-код, когда говорили, и про рекламу, ребята, как сильно изменилась в этом смысле Москва. Вот когда приняли этот дизайн-код, разительно там изменились сразу фасады Москвы и в центре, и на окраинах, и повсеместно, да? Реклама перестала быть менее яркой. Мы расскажем, нет, просто сейчас все не рассказать, но дело в том, что этот человек, который презентовал и который работал в московском правительстве по дизайн-коду, он в Киров-то приезжал и не один раз. Как раз по приглашению галереи «Прогресса», как раз с тем, чтобы с этими же вещами, идеями, с реализованными проектами. И, Лен, что мы с тобой, какой еще раз вывод сделали? Чиновников-то там никогда не бывает наших. Никогда. На форуме? Нет, в Кирове, когда приезжают. И на форуме тоже. И на форуме тоже московском. А в Кирове, когда приезжают эти специалисты, которых мы видели на московском урбанистическом форуме, чиновники не ходят. Ходят в основном активные горожане. Их слушают. Да. Ну, в основном молодежь, которая увлекается этими идеями, ландшафтным дизайном и так далее. Да. Хотя вот вещи, которые озвучивали, на самом деле, там даже Москва немножко уже, как я понимаю, затормозилась. То есть они создали этот дизайн-код относительно рекламы, а вот представитель студии Артемия Лебедева говорил о том, что это, в принципе, дизайн-код нужно распространять дальше на вывески, на малоархитектурные формы, скамейки, урны, освещение, фонари, вот на все это. То, что с чем у нас в Кирове сегодня тоже большой-большой бардак.
Спасибо большое. Спасибо, Елена Жолобова, главный редактор портала «Свой Кировский», которая тоже вместе с нашими гостями в студии побывала на Московском урбанистическом форуме. Вот, коллеги, я что бы хотела сказать. Конечно, очень было много прикладных вещей. Надо сказать, что дела программы, как сказал Алексей, задают, да, тренды. И неплохо бы пройтись по этим трендам, потому что Владимир Владимирович Путин, я не помню, он был на прошлом или позапрошлом форуме или нет, но он акценты все расставил. Он их сообщил, скорее не горожанам, а руководителям регионов и муниципалитетов. И они очень четкие, товарищи, эти акценты. Потому что те деньги, которые идут по программам БКД «Безопасные качественные дороги» и «Комфортная городская среда», уже сделан вывод за этот год, что в тех городах, которые были готовы, такие, опять же, как Москва и Казань, они идут на те проекты, которые действительно направлены на изменение нашей жизни к лучшему. А в таких городах, как наш, который не был готов, который латает дыры, эти деньги в кавычках «Кочеровский парк». Все, это символ того, как это все уплывает, закапывается в землю. Да, и в данном всем случае буквально пофиг. В смысле уплывает. Понимаешь? Вот пофигизм вот такой вот, да, этот вопрос, который всегда задаешь там строительным компаниям, подрядчикам. Вы у себя дома так бы сделали? И мне почему-то кажется, что многие бы сказали, да, а что такого? Ну вот да, плитка расползается, вода не сливается. Не себе ну же. Ничего, да. Так вот, значит, Владимир Владимирович Путин, я вот как человек, который входит в... Подождите, Путин-то выступал на, конечно, на этом? Конечно, да. Об этом и речь, собственно говоря. Я об этом и говорю, да. Значит, я как человек, который входит в комиссию по экологии Общественной палаты Кировской области, я была поражена, сколько слов было направлено на то, чтобы вбить в головы управленцам, что экология — это не какая-то абстрактная история, это не просто там термин какой-то, да, это то, что сейчас станет во главе угла, в том числе и в жизни больших мегаполисов. Свет, ну ты говоришь, он вбивал в голову управленцам, наших-то управленцев там не было? С них спросят. Потому что это уже все... Критерии появятся. Почитай ТАСС и Интерфакс. Так вот, вот это вот не общие слова, на самом деле, которые там сказал Путин, что ключ к развитию городов будущего заключается в согласии, я цитирую, техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом, чтобы они могли объединяться и вместе реализовывать, ППМИ вспоминаем, инициативное бюджетирование, творческие, общественные, культурные проекты, что в городе было комфортно, он заявил, что обязательным условием развития российских городов должно стать внедрение технологии защиты окружающей среды. Вот это экология. Это не только мусорная реформа, о которой мы с вами говорим, хотя ее реализации и признаки в Москве налицо прямо сейчас. Мы с вами, помните, в Урбане недавно говорили, какими должны быть мусорные площадки. Так в Москве они есть. Площадочки, запирающиеся на ключ, с чистыми контейнерами, огорожены... Под видеонаблюдением? И без него. Огорожены непрофнастилом, а сеткой, выглядящей культурной. Кроме того, вот вы знаете, я хочу нашим, конечно, братьям по Советскому Союзу сказать огромное спасибо. Вот, конечно, как прибираются еще раз дворы, сортируются прямо на месте у мусорных баков мусор, если он не сортирован до конца гражданами, прямо здесь макулатура, стоят эти отдельные кейсы для пластиков, прозрачные сетки для пластиковых бутылок, и люди это делают. Светлана да? имеет в виду московских дворников, выходцев из Таджикистана, да. бывших Советских да, Союзных Таджикистан Республик. Да, да. Так вот, и еще, я говорю, завтра будем с губернатором это обсуждать. Вот Путин сказал, что, это уже без цитирования, он сказал, что это будет одним из основных критериев, то, как реализуют подобные программы и тренды в российских городах по оценке качества работы глав регионов. И это очень важно. Но Собянин-то, видимо, будет впереди планеты. Тут ну и слава богу. Поздравляю его и москвичей. Реклама у нас. Время 1,5 минуты буквально на нее. И скоро вернемся. Вот это тоже надо посудить, Вал. Ну, да. Продолжаем. Да, слушайте, да. У нас 10 минут остается. Может очень быть, много мы... что нужно сказать еще. Мы все не успеем. Не может успеем, быть, мы равно. Потихонечку начнем анонсировать да. Кировский урбанистический форум, который будет в октябре. С кем удалось переговорить, чьи взять контакты, кто к нам приедет. Может, об этом вот сейчас важнее вот сказать. На прошлой неделе была очередная рабочая группа по подготовке. Мы с тобой не попали, лишь потому что мы были в Москве. Но та программа, которая предварительно
была составлена, и договоренности с кем были, она очень презентабельная. Да, люди, эксперты, которые приедут, они, их действительно стоит слушать. Я бы просто всем сразу сказала и предупредила, не стоит ожидать, что люди приедут и сразу нам выдадут рецепты относительно конкретных там прямо вот мест здесь, прям с проектами, и прям все решат. Нет, раз. А еще лучше второе, денег привезут. Второе. Да, лучше бы с деньгами приехали, что касается, и сами все сделали. Что касается денег, мы очень любим, особенно любят наши специалисты сразу сказать, ага, сейчас вот денег бухнут вот этим агентством, а мы тут сами великие, а нам денег не дают и никак нас не привлекают. Значит, спекуляции насчет того, что деньги уйдут, не знаю, казанским, московским, питерским агентствам строительным, архитектурным, ландшафтным, это неправда, этого нет. Люди едут с просветительской миссией и именно с тем, чтобы коммуницировать с нами, чтобы мы учились, и мы здесь сделали за нас, тут никто ничего делать не будет. Это надо сразу понять, мы уже сделали тут себе, опять же, Кочеровский парк. Да? Как бы надо учиться на всех этапах. Это второе. Третье. Я, к сожалению, сейчас не могу сказать, насколько вместим будет этот форум, потому что московский форум, ну, там, на деловую программу надо было регистрироваться. Я знаю просто, что когда наши чиновники спохватились, городская администрация, им уже поздно было регистрироваться. Не было места. Ну, собственно говоря, там регистрация идет через московское правительство, и, ну, как бы, это два дня деловой программы, а потом же, товарищи, была еще программа, вот, про которую Лена говорила, все эти практические там, мастер-классы, тренинги, лекции. Мог любой житель поучаствовать абсолютно. Вот то, что мы с вами говорим, это не весь урбанистический форум, потому что с утра до ночи были активности, с 8 утра была там йога на висячем мосту, потому что все это в Заряде проходило, куча детских активностей. Парк в Заряде. И вот когда ты, Леш, уехал, ближе к выходным дня, и выходные дни, и воскресенье, народу было, семей было огромное количество. Да? То есть вот все, что касается городской культуры, все было задействовано, все возможности Москвы показаны. Вот, поэтому Кировский урбанистический форум – это такая, еще раз, мне кажется, самая главная миссия – это возбуждение нашего желания менять, применять, учиться, выдвигаться на новые уровни, обмен опытом, идеями, с тем, чтобы мы через год, встречаясь на урбанистическом форуме в Кирове, уже имели какие-то хоть маленькие проекты, но реализованные, или большие проекты, разрабатывающиеся. Вот это самое главное на самом деле, на мой взгляд. И очень важно, что это из общественной инициативы, а мы об урбанистическом форуме говорили с вами здесь, в этой студии, там, на протяжении всех этих лет, да, с тех пор, как вот я съездила в первый раз, а Илья Рычков стал издавать журнал «Urban Report», да, она переросла в решение городских властей. То есть это решение принято, это будет конкурс, разыгран тендер, выделены деньги, приглашены специалисты. Там будут все, там будут наши чиновники. И вот, кстати, как будет меняться, мне кажется, сознание чиновников в этом отношении, будет решающим фактором, останутся они на своих местах в итоге работать в администрации Кирова или нет. То есть вам с нами по пути или не по пути? Но это очень серьезно, правда, над этим стоит задуматься. Депутаты очень важно, чтобы там были, и районные в том числе. Ну, это, кстати говоря, что касается муниципалитетов и районных депутатов, то на урбанистическом форуме в Москве впервые была панель по партиципаторному бюджетированию, чтобы наши слушатели это слово привыкали слышать. Я скажу, что называют это инициативным бюджетированием. ППМИ, да, проект ППМИ, поддержки местных инициатив, народный бюджет. Самообложение отчасти. Да, и там мы делились практиками из разных городов и говорили, что вот мы очень рады, что такая секция есть. Это значит, что все, уже это на государственном уровне принятая стратегия. Так вот, например, очень много разных вариантов опыта, но, например, в Петербурге Министерство экономического развития выделила деньги и организовала серьезную программу. Они работают вот сейчас не с муниципальными служащими, а с городскими активистами. Там целая школа работает. Это как ТОСы у нас? Почему? Или центры местной активности? Нет, нет, просто люди. Просто люди. Надо пройти люди. Конкурс. Любой человек подает заявку. Ты можешь быть тосовец, ты можешь быть кем угодно. Просто Владимир Сметанин. Понятно. Ты подаешь заявку. Принадлежность к чему-то там, но она ты, не на общественных началах ты будешь работать. Тебя накачивают знаниями, компетенциями. Ты распространитель этих знаний и компетенций. Это просто маленькая составляющая того, что может быть. То есть быть... ты просто будешь не просто гражданским активистом, а грамотным гражданским грамотным, активистом. Абсолютно который точно. Понимает все, начиная от момента подачи какой-то заявки, кончая, да, там работой с подряд с контролем, там, с это, и это очень важно. Потом, когда мы говорим за деньги, товарищи, не было программы БКД и комфортная городская среда, мы говорили, денег нет, денег нет. Повалились бабки в огромном количестве.
кто говорит, что деньги есть? Все еще говорим, денег нет. Сейчас говорит Леша, это правда было заявлено, что еще будет вливание. Вы думаете, что кто-то там из чиновников или строителей, или разочарованных горожан, коими мы часто бываем, особенно там под вечер или в зимний период, скажет, что деньги есть, скажет, что денег нет. Нет, товарищи. Вот надо принять за истину. Деньги есть, и мне такое ощущение, что они всегда были. Вопрос, как их расходовали, куда их вкладывали, как контролировали, на какие проекты, это большой вопрос. Потому что вот что касается девелоперов и крупных строительных компаний, то есть я вот не могу не сказать, я тоже тему буду развивать, не могу, к сожалению, в Фейсбуке у себя выложить видео детской площадки в районе Южного Бутова. Вообще! Потому что там дети, я не могу их лица показывать, я только специалистам сейчас показываю, или мне там нарезку надо делать. Но это совершенно уникальный район. Причем рядом стоит два райончика, 3 года назад построенные, и 3 года спустя одним и тем же застройщиком ПИК. Если кому интересно, посмотрите документацию этой компании. Новый район называется Бунинские луга. Так вот. Боже, как поэтично. Да, да, Володя, если бы ты видел, как это выглядит, как луга? Ты бы еще не такими, да, эпитетами наградил то, что там делается. Потому что дома построены таким образом, что дворы там замкнутые, а все машины вокруг. А внутри двора трава у тебя щиколотку закрывающая, ну, деревья понятно, озеленение понятно, а все малые архитектурные формы и детские какие-то снаряды, абсолютно природное ощущение, что ты вот в парк Миядзаки зашел, вот буквально бабочки летают, дети за ними гоняются. На детских площадках на микрорайон еще есть дополнительно большая площадка, целый остров жизни, потому что там даже река есть. Вот говорят, вот Россия, что там, какая вода. Там бегают дети в трусиках босиком, лепят вот эти самые домики из мокрого песка, запускают кораблики, да, лазят по деревянным каким-то лестницам высоким. Ну, не то, что у нас там начинают писать, ой, 50 сантиметров, это высоко, упадет, разобьется. Товарищи, нет. Ну, да, вот еще и висит инструкция, как пользоваться. Потому что с родителей никто ответственности не снимал. А вот, кстати говоря... Родители-то что делают, кстати? А для родителей есть шезлонги, между прочим, там. Шезлонги. Да, и кафе. А, и туалет. Я уже думал, папы в пивную идут рядышком, не знаю. Нет, нет. Я была под таким впечатлением, я целый день находилась под этим впечатлением, когда я по этому райончику погуляла, что я просто понимала, насколько людям хорошо вот чувствовать себя. Жить хочется в таком городе, в таком месте. Неважно, сколько тебе пилить до центра, отпилить там больше часа, если там... Ну, как ты пилишь? Ты можешь доехать на автобусе до метро, а можешь пройти по парку, который мы с вами говорим про ленточные парки, вот воочию убедилась. Там вот строительство, грань четкая была, что вот здесь уже сделано, а здесь вот завтра будут делать. Так вот, где завтра, это вот как наша Люченко или Хлыновка заросшая, вот буквально. А то, что сделано... Это уже полностью собранные берега, люди с удочками, значит, вынесенные такие парапеты, где йогой занимаются, места для пикника, велодорожки, вокауты. На глазах все это возникает. Если вы опять будете говорить про деньги, может быть, да, но вот то, что я вам рассказывала про район, вот я сейчас пиковски говорила, да, это сделано за деньги девелопера. И он не ходит, не ноет, дай мне, Собянин, бабла, это вообще твое дело, там пусть муниципалитет нам дорогу построит, детскую площадку и садик. Девелоперы, получая разрешение, строят все это. Понятно, что напитались, видно, да, прям вот парите, просто пока вас тут не было. Мы не парим, мы как раз вот про то, что ты говоришь, приехал, хочется плакать. Ты говоришь про районы, про девелоперов. У меня были такие противоречивые. Пока вас тут не было, на прошлой неделе у нас замглавы администрации Ященко на одну строительную компанию наехала. А мы с ним летели вместе в самолете обратно, делились впечатлениями. Известный микрорайон, как так сказал замглавы администрации, строить только дома в чистом поле и не возводить при этом объекты социальной инфраструктуры. Ответили. Да? А ну вопрос повис. Пока. Не, вряд ли он повис. Нам сказали, вы еще сами строите. Ваше сами дело строите. Муниципалитет. Ну да. Как в общем, эти вопросы тоже будут обсуждаться на нашем урбанистическом форуме. Я не уверена, что эти будут обсуждаться. Я думаю, что нет. Для того, чтобы обсудить все вопросы, там каждый день происходят какие-то совещания. Я думаю, что это будет первый пробный, просветительский такой больше проект. А дальше, и где будут поставлены задачи, над которыми надо будет работать. А дальше, я уверена, что вот как раз, кстати, роль опорного вуза здесь очень велика. Потому что
что там уже складывается центр урбанистический, потому что они делают уже собственные проекты, сами учатся тоже, да. И мне кажется, что если будет принята вот эта политика и будет тесная такая связка с городом, то если не каждый день, то еженедельно будут какие-то мероприятия, направленные на урбанистику, проходить и в рамках открытых лекций для всего населения. Может быть, будет организованы обучающие семинары. Да, чтобы он прокашлялся. Да, мы вместе работаем, господи, боже мой. Мне кажется, остается. И в студии, и вуз, и в администрации. Алексей, за вуз лучше, наверное, из твоих уст. Нет, Светлана говорит совершенно верно. Понимаете, что я для себя извлек еще там. Там не делается все просто так. Всегда предшествует очень серьезная подготовка. Были представители многих консалтинговых агентств мирового уровня, где просчитывается все прямо до и копеечки в смете, понятно, и до каждой там песчинки в самом проекте. Mm-hmm. Вот. Это надо делать обязательно. Не просто так вот взяли, вот нам что-то надо благоустроить, дизайн-макет, все согласовали там, не знаю, с органами власти, может быть, показали населению, сделали вид, что мы тут соучаствующее проектирование проиграли и запустили. Нет, обязательно очень тщательная подготовка. Потом по поводу фестивальной программы форума, вот тоже думаю, нам этот форум надо проводить не для галочки. Не только деловая программа, нам неизбежно надо брать шире формат. Может быть, на базе университета у нас еще есть время подумать, есть. Что-то изменить. А у нас есть контакты. Да. И все-таки побольше поработать и с населением в том числе. Вот. Но и по поводу денег. Вот, понимаете, регионы сидели, представители регионов сидели и говорили, вот вам в Москве это хорошо, у вас тут деньги. Говорили о том, что есть огромное количество программ, но деньги выделяются на конкурсной основе. Беда регионов в том, что мы, к сожалению, не имеем возможности и не умеем пока делать хорошие, качественные заявки. Мы подходим к ним как чиновники, там, выверенный дизайн-макет, правильный чертеж, четко составленная смета. Мы не можем сформулировать саму интересную концепцию, вот о чем говорит Светлана, преобразование городского пространства по-новому, по-современному. Мы живем в 21 веке, на дворе 2018 год. А федерал уже предъявляет требования к этому. Да, и вот просто были люди, которые, как я понимаю, являются членами, как раз экспертами, которые оценивают все эти заявки. Они говорят, выбирать-то не из чего. Мы не умеем делать заявки. Нам надо делать хорошие, качественные заявки, и тогда будут деньги. Нам пора завершать. Я вспомнил сейчас в конце о том, что да, появится система оценки работы чиновников по количеству реализованных идей в плане благоустройства. Не по количеству, думаю, по качеству. Ну, по качеству, раз. Да. У меня просто сейчас в конце такая родилась фраза. Чиновник, запомни, наступит время, когда не только ты, там, например, сможешь споткнуться о торчащую арматуру, но и твоя карьера. Да. Отлично. Вот так вот. Ты проникся. Спасибо большое. Алексей Костин, Светлана Занько. На этом дневной разворот завершается. До встречи. До свидания. Я говорю, до встречи через 20 минут в программе «Особое мнение».